Радостные дни наступили для обманутых дольщиков жилого комплекса «Видный город». Уже совсем скоро люди смогут въехать в законное жилье и стать новоселами. Вручить им ключи приехали заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Ленинского района Валерий Венцель. А что у нее там? Уже ключи? Ключики от квартиры, да. Уже с ключами. Тебе это нравится здесь жить? А? Главное, чтобы маме нравилось пока, да? Понятно. Ну, нормально? Да, все хорошо. Мы очень благодарны местной власти за то, что нас поддерживают в наших проблемах, помогают нам решать. На территории комплекса 17 домов. Первыми ключи начали получать владельцы квартир 7-го корпуса. Фундамент их дома был заложен еще в январе 2016-го, но через два года, за несколько месяцев до срока сдачи, девелопер Urban Group обанкротился, а люди остались без денег и квадратных метров. Инициативу на себя взял Фонд защиты прав дольщиков. И теперь проблемная многоэтажка наконец готова принять жильцов. У вас как студия, да? Да, мы ее оставим. Практичные планировки, качественные стройматериалы – все это, хоть и с опозданием, но получили обладатели квартир. Пока открыт вопрос с социальными объектами. На территории комплекса еще нет школ и детских садов. Впрочем, уже сейчас новых учеников с радостью ждут в новой Лопатинской школе, которая расположена всего в 5 минутах ходьбы. По заверениям властей, ни один дольщик не останется без внимания. Стратегическая задача – защитить каждого жителя, который оказался в этой сложной ситуации, обманутым дольщиком. Мы с первого дня выделяем большие ресурсы для того, чтобы достраивать дома. Это касается и проекта Urban Group. Здесь большое спасибо федеральному решению и других домов. В этом году 19 тысяч ключей будет выдано тем, кто пострадал от нерадивых застройщиков. И мы должны о каждом позаботиться. Пока вопрос с недостроями стоит остро. Только в Подмосковье заложниками ситуации стали десятки тысяч людей. Летом правительство примет ряд мер, ужесточающих контроль за работой застройщиков. С 1 июля новую модель создаем. Это будет проектное финансирование. Те граждане, которые хотят вкладывать деньги на начальной стадии, их деньги будут защищены на эскроу счетах. Правительство приняло ряд решений, мы смягчили переход, дали возможность практически 90% домов по старой схеме строиться, но при условии банковского сопровождения, при условии сегодня жесткого контроля, это 3 региона. Новая модель с 1 июля, она должна исключить проблему обманутых дольщиков. Всего в ближайшие дни почти 500 человек получат на руки ключи в ЖК «Видный город». Порядок выдачи размещен на сайте Фонда защиты прав дольщиков. Люди сами могут выбрать удобную для них дату и время. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. «Видное ТВ».